Стратегии обслуживания онлайн-клиентов. Изучите свои продукты и предусмотрите возможные вопросы. Какой вид топлива используется? Нужно ли менять маску? Могу ли я использовать его в помещении? Насколько дается гарантия? Сколько это стоит? Очиститель высокого давления. Сколько он стоит? Сделайте их доступными в ваших социальных сетях. Очиститель высокого давления. Your Clean House. Чарли, нужно ли менять смазку? Какой вид топлива используется? Следует менять смазку каждые 100 часов использования. Выберите те, которые лучше подходят для вашего бизнеса. Создайте список часто задаваемых вопросов. Часто задаваемые вопросы. Какой вид топлива используется? Нужно ли менять смазку? Могу ли я использовать его в помещении? Насколько дается гарантия? Сколько это стоит? Меняйте смазку каждые 100 часов пользования. И создайте специальную электронную почту для вопросов и жалоб. Кому? askus@yourbusiness.com. Тема «По поводу моей гарантии». Отправить. Таким образом, больше людей смогут помочь вам обслуживать клиентов. Хорошо обслуживаемый клиент – это клиент, который возвращается. Чтобы узнать, как улучшить онлайн-сервис для клиентов, посетите practicalbusinessskills.com.